Сейчас поговорим с вами о маслонасосе, который применяется на бензопиле Штиль, вообще нескольких моделей. Это 170, Штиль 180, Штиль. Самые, так сказать, распространенные у нас в регионе бензопилы. Конструктивно подача масла в данных моделях, она отличается, довольно сильно отличается от подачи масла у того же партнера или Хускварны, тоже самого ряда моделей. Здесь, с одной стороны, вроде как бы проще, но и с другой стороны, есть как бы свои недостатки. Давайте посмотрим и попытаемся его, во-первых, обнаружить, где же у нас здесь маслонасос. Для начала делаем все то же самое. Мы снимаем крышку, снимаем колпачок и откручиваем крышку. Открутили свечу. Берем наш канат запускной, вытягиваем шнурок, подводим поршень примерно вот немножечко, чтобы вот так где-то не доходил до верха, и запихиваем туда наш канат. Можно помочь себе отверточкой. Засовываем его туда, не боимся, ничего страшного не произойдет. Запихиваем. Так, теперь звездочка у штиля, как мы видим и знаем, она находится, то есть в перевернутом состоянии. Если мы видим на Хускварне, на партнере, звездочка стоит наоборот сцеплением к нам, то есть сюда наверх, то у штиля наоборот сцепление внутри. Соответственно, само крепление звезды очень простое. Здесь на простой скобе. Берем отверточку, поддеваем скобу, и вот она у нас здесь. Снимаем шайбу. Приучайтесь сразу, то, что снимаете, и по очереди ложить, чтобы потом не запутаться, что вы откуда снимали. Снимаем звездочку. Снимаем подшипник игольчатый, вот он. И вот мы видим наше сцепление. Чтобы его снять, нам уже ключ вот этот вот не нужен. Мы с ним здесь никак не подлезем. Его снимаются, это сцепление снимается обычным вот таким ключом, которым вы свечки выкручиваете. Вот. И еще такой момент. У штиля нельзя давить очень сильно на сцепление, когда вы пытаетесь открутить. Потому что очень тонкий шатун у штиля. И если вы чрезмерно начинаете давить, использовать, применять какие-то удлинители, трубки там и все тому прочее, вы шатун этот согнете. И придется вам менять коленвал. А это уже очень большая, серьезная проблема. Лучше и проще, если вы чувствуете, что сцепление откручиваться не хочет, берем и греем вот эту вот, большую гайку. Мы ее разогреваем при помощи горелочки или там зажигалки какой-нибудь с такой с направленным пламенем. Прогреть хорошо. Ничего не бойтесь, здесь ничего не вспыхнет. Прогрели и начинайте откручивать. Ну, мы сейчас попробуем с вами открутить просто так. Я, правда, ничего тут не подготавливал. Как оно пойдет, так и пойдет. О, сорвали. И пошло. Вот оно, наше сцепление. Дальше идет шайба. И вот только теперь у нас идет привод маслонасоса. Вот такая вот специальная деталь. Пластиковая она, с такими зубчиками, с резьбой, можно сказать. И металлический такой вот шток, который приводит его в действие. Но что мы видим? С этой стороны мы насоса не видим. И достать нам его с этой стороны никак не предоставляется возможным. Для этого, чтобы его достать, нам придется взглянуть на дно пилы. И, соответственно, проводить все наши действия дальше отсюда. Но здесь мешает ручка. Поэтому придется ручку нам снять. Чтобы снять ручку, вам понадобится обычная такая вот плоская отверточка.
Как снять ручку на данный пилештиль, я решил показать поближе, и мы сейчас это с вами рассмотрим. Ручка держится на трех амортизирующих специальных элементах. Первый, второй и третий. Это три резиновых амортизатора. На них у нас подвешен весь двигатель. Вот. И еще вот такая вот проволочка имеется. Это у нас проволочка идет к карбюратору, к газу, через который мы с вами газуем. Больше ручка с двигателем ничем не соединяется. Так как нам не обязательно вообще убирать ручку, мы не будем снимать карбюратор и убирать вот эту вот проволочку. Мы обойдемся с вами просто амортизаторами. Итак, для того, чтобы их снять, нам нужна отверточка и руки. Поддеваем вот так сбоку заглушку амортизатора и вытаскиваем одну. Сейчас второй. Не поддается, да? О, второй. И третий амортизатор. Вот, сняли три заглушечки. У нас остались вот такие вот просто резинки. Теперь наша задача их туда вытолкнуть из ручки. Для этого мы просто можем потянуть. Вот так вот потянуть. И чуть-чуть здесь можно помочь. Раз. Первый освободили. Теперь освобождаем второй. Потянуть. Второй освободили, видите? И у нас остался последний, третий, который мы тоже вот так вот потянули и освободили. В принципе, если бы не вот эта вот газовая тяга, то у нас ручка бы вообще отсоединилась, и мы могли ее отложить в сторону. Но так как мы это все не сняли, дополнительная работа и время, поэтому оставляем ручку вот так, просто уводим ее немножко в сторону. Что мы видим? Вот он у нас масляный провод, ну, трубка масляная, через которую у нас поступает масло из бачка, который находится вот здесь, в маслонасос. Соответственно, маслонасос находится вот под этой вот трубкой резиновой. Очень часто у штилей встречается такая вот неприятность, когда от вибрации вот эта заглушечка немножко вот так вот, ну, даже это сильно я вытащил, вот так чуть-чуть вытаскивается, и масло начинает шуровать прямо вот сюда вот на дно. Вы ставите пилу, она вытекает прямо сразу, а маслонасос даже не успевает ничего захватить, и на цепь масло не идет. Она все вот вытекает прямо вот здесь под пилой, и все. А так как это место закрыто ручкой, вы, ну вот так закрыто ручкой, вы, соответственно, ничего не можете увидеть. И не можете поддеть что-нибудь и назад ее запихать. Ручку снимаем. Просто вот так вот ее назад засовываем отверточкой маленькой. Видите? И все, масло начинает поступать туда, в насос. Сюда оно уже перестает травить. И, соответственно, смазка цепи у нас возобновляется. Вот, это, можно сказать, вообще не поломка, а конструктивный такой небольшой недостаток. Но, допустим, что у нас здесь все в порядке, значит, соответственно, у нас проблемы с самим насосом. Вот. Насос находится, вот мы вытащили этот шланчик, насос находится у нас как раз вот там вот, он металлический, если, не знаю, можете увидеть его или нет, металлический такой вот цилиндр. Это и есть наш насос. Вот. Как же его оттуда достать? Для этого нам понадобится обычный вот такой вот болтик на 5. Резьбаем 5. Ну, у меня коротковат, вы подлиннее какой-нибудь возьмите, будет более удобно просто его вытаскивать. Берем его, вставляем и вкручиваем прямо с этой стороны в насос. Вот. Вкрутили. Видите, у меня просто теперь мало торчит, зацеплять неудобно будет.
Вот, подлиннее, оно будет удобнее. Крутили, берем пассатижи и просто на себя его вытягиваем. Вот он наш с вами насос, который применяется на штиле 170-180. Как мы видим, черное масло. Хозяин данной пилы, конечно, рискует. Он применяет отработку. Отработку, как мы уже с вами знаем, лить нельзя для смазки цепи. Вот он, насос штилевский. Вот. Его, в отличие от насоса партнера или Хускварны, отремонтировать нельзя. Если он уже перестал качать, если он просто уже стерся, ну, к примеру, от отработки, то он просто меняется на новый насос, и все на этом. Цена его, ну, где-то примерно рублей 400. Вот, сама вот эта баллоночка. Здесь все, что находится, вам больше уже не интересует. Вы достали насос, поврежден был он. Берем его. Ну, новый я имею в виду. Если насос уже был, было решено поменять, вы заранее купили новый. Берем, вкручиваем в новый болтик наш. И теперь установить его на место нам надо. Но насосик-то круглый. Каким боком куда его устанавливать, чтобы у нас дырочки все совпали? Делается это следующим образом. С одной стороны у нас есть прорезь на насосе. Вот она, прорезь. С другой стороны просто круглое отверстие. Вот это круглое отверстие, оно должно у нас смотреть прямо на выхлоп, то есть в ту сторону, где у нас находится шина. А прорезь, она должна смотреть на ручку, где мы газуем. Вот таким образом мы вставляем вот сюда насос. Ровно туда и ровно сюда. И туда его задавливаем. Вот. Маловато задавился. Надо задавить его до конца. Если мы его задавим не до конца, дырки не совпадут. И масло даже в новом насосе, оно, как положено, не пойдет. Берем и туда его до конца. О, задавили. Если вы чувствуете, что он еще не дошел до конца, лучше вот по этому болтику немножко постучать. Ничего страшного не произойдет. Ну, не сильно, конечно, а аккуратненько немножко. Выкручиваем наш болт. Вставляем вот этот вот резиновый наш шланг. Как полагается, туда его подпихиваем. Прямо хорошо, чтобы он у нас... Вот. Чтобы он у нас никуда не делся. Так вот, теперь у нас осталось собрать нашу ручку, прикрепить к корпусу. Опять же, на эти вот амортизаторы. Для этого мы подводим нижний амортизатор. Берем за корпус вот так рукой и надавливаем. Он у нас вот сюда проваливается. Дальше вставляем верхний. За цилиндр и за ручку пальцами берем вот так. Он у нас провалился. Видите? Теперь берем нижний. Направляем его, вставляем и надавливаем. Ну, нижний уже у нас тут постоянно масло. Он немножко раскис от масла. Можно чуть-чуть отверточкой помочь. Но только не проткните его и не повредите. Аккуратненько, потихонечку помогли. И все. Вот у нас получается все три амортизатора на месте. Берем заглушки и глушим их. Раз, раз. И третье. Все. Маслонасос поменен. Маслонасос внутри. Вот. Смотрим привод. Обязательно его посматривайте. Потому что на нем могут быть повреждения. Если залежится хотя бы одно, ну, одна вот эта бороздочка, все, привод надо менять, иначе он у вас работать не будет даже с новым насосом. Обязательно проверили, посмотрели, все бороздочки целые, аккуратные, неповрежденные. Только тогда мы начинаем сборку и устанавливаем. Конечно, здесь его надо почистить. Поставили его,
привод. Вот он туда внутрь провалился, он у нас, видите. Теперь нам надо его закрыть. Закрывается он вот этой вот шайбой. На шайбе написано у нас с одной стороны топ. Не знаю, будет вам видно или нет, вот здесь вот топ написано. Топ — это значит вверх. Соответственно, мы ее ставим вот так. Оп. Вот. Потом у нас идет сцепление. Сцепление не перепутайте. У него с одной стороны ровное, а с другой стороны имеется такая вот выпуклость, за которой мы будем его закручивать. Вот эта выпуклость должна быть наружу. Берем и закручиваем сцепление. Также по левой резьбе, как и на всех остальных пилах. Закручиваем. Вот. Но что у нас получилось? У нас убежала ручка, видите? Сейчас тянуть нельзя, потому что если мы будем тянуть, у нас ручка натянется и может оторваться канат. Поэтому мы берем, вытаскиваем наш вот этот вот шнурок, вновь поднимаем ручку вверх, смотрим, чтобы до цилиндра было примерно расстояние около 1,5 сантиметра, и засовываем назад шнурок. Засунули его назад, запихали, чуть-чуть помогли себе отверточкой. Вот, берем ключ и начинаем его закручивать налево, по левой резьбе. И одновременно опускаем шнурок. О, видите, он у нас уперся. Уперся, теперь можно отпустить. И начинаем тянуть. Опять же, без фанатизма, сильно мы не затягиваем. Подтянули вот так. Этого будет достаточно. Дальше берем подшипник игольчатый. Его смазываем. Смазываем литолом, солидолом, густой смазкой. Сюда его одеваем. Берем звездочку. На звездочке имеется вот такая вот прорезь. Она может быть с одной стороны, как у меня, может быть с двух сторон. Вот. Вот эта прорезь у нас должна... там вот наш привод, который мы первый одевали, помните, проволочка была? Вот она должна вот сюда как раз и попасть. Берем ее и попадаем туда. Вот. Если вы не попадете туда, у нас звезда, она не сядет как положено, видите, и вы не сможете ее все равно посадить. Она в итоге все равно, вы покрутите, туда-сюда поелозите, и она все равно попадет туда, куда ей положено. Только в этом случае вы сможете пилу застопорить. Одеваете шайбочку и стопорным кольцом стопорите звездочку. Все, маслонасос у нас поменен. Масло будет поступать на цепочку, как на новой пиле.